Какие же колоды могут быть по номеру карты? Итак, безусловно, вы будете распечатывать те, которые вам подойдут. Смотрите, самый простой вариант – это черно-белые. Да? Черно-белые это потому, что просто и быстро. То есть, когда вы научитесь ими пользоваться, это прям будет отличненько работать. И вот эту колоду мы используем как для тренировки. То есть, вот эта колода для тренировки. Дальше у вас появятся цветные карты. Да? Кто-то их будет ламинировать таким образом. Кто-то их будет распечатывать вот не на ламинированной бумаге, а вот на бумаге глянцевой. У всех будет по-разному. У кого-то будет авторская бумага. Да, вот сейчас я себе собираюсь в ближайшее время на серебряной бумаге сделать. Вот, цветные карты как-то поинтереснее, может быть, кому-то, да, но это вот для раскладов, для клиентов очень здорово. А вот эти карты, которые первая колода, да, для практики, для тренировки, вы потом ее будете использовать для корректирующих раскладов, это которые мы оставляем на ночь, да, потому что бывает, например, выпала карта прямая, перевернутая и высшая карта. И что там? Классно, если вы эту высшую карту, например, карта намерения выпала, вы положили на подоконничек себе под луну, поработает и с солнцем, и с луной, получит дополнительную энергию и произойдет усиление. Ну, об этом еще подробно мы с вами поговорим на наших эфирах и, конечно, в продвинутом курсе.